Toggle – отличный тайм-трекер, пользуюсь сам и советую другим. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я делал скринкаст по Toggle, но давно. С тех пор он изменился, я изменился, да и мир поменялся. Поэтому я решил обновить. Если, кстати, хотите посмотреть на молодого меня, обязательно включите тот первый скринкаст. Собственно, с тех пор мало что изменилось. Уменьшилось количество вкладок, я бы их уменьшил еще вдвое, честно говоря. Team, то есть командная работа, переехала в Organization, пока в бета-версии. Смысл мне непонятен. Какая разница, как называется. Возможно, они планируют докручивать функционал для командной работы, но пусть бы и называлась Team. Но мы этого в любом случае касаться сегодня не будем, а поговорим про индивидуальную работу. Мне как-то вообще не очень нравится тайм-трекер в команде. Вообще, Toggle работает только при очень честном подходе. Если ты отвлекся от работы на чтение Facebook, честно выключай трекер, даже на 10 минут. А если ты знаешь, что начальник будет смотреть отчеты, я думаю, трекер у тебя будет включен всегда, даже во время сна. Поэтому сегодня об индивидуальном тайм-менеджменте, а потом, может быть, еще сделаю про работу в команде. Итак, очень коротко повторю. Вы либо заводите новую работу, либо стартуете что-то, что уже делали. Включили, выключили. Появилось в сегодня. Можно дальше включать, выключать. Главное, что здесь есть, это reports. Собственно, для этого трекеры существуют. Включаете, выключаете вы его, чтобы оценить затраченное время. А оценить вы его можете по неделям. А вот таким вот образом. Либо можно посмотреть месяца или года. Ну то есть текущий год, предыдущий и так далее. Либо можно выставить диапазон дат. Завершающая дата у нас сегодняшний день, и посмотрим отчет с 1 апреля. Enter, а вот. Сейчас мы сортируем по проекту и юзеру. Юзер актуален для командной работы, индивидуально лучше по затраченному времени. Там при открытии было только имя юзера, здесь открывается количество отдельных работ в проекте. Причем если кликнуть на иконку с цифрой, откроется именно список уникальных работ. А если кликнуть на имя проекта, откроется вот такой список с разбивкой по дням и времени. Ну то есть как включали-выключали, так и будет представлено. Поэтому разбиение по проектам – вещь важная. По проектам вы работы и систематизируете. Проект выставляется вот здесь, его можно поменять, если ошиблись. При старте новой работы вот тут выбираете проект, либо заводите новый. Также поменять его можно уже после выключения трекера. И также после выключения, как и при заведении проекта, можно добавить теги. Честно говоря, тегами не пользуюсь. Мне кажется, это уже лишнее. Но может быть в больших проектах при командной работе они помогают. Мне достаточно разбиения на проект. При заведении работы теги выбираются здесь. Зачем это все? Ну, во-первых, можно посмотреть projects, общее время, потраченное на проекты. Но я сюда не заглядываю, а использую это все в отчетах. То есть вот, например, текущая неделя. Если нужно посмотреть работу конкретно над тепличными материалами, то выбираем проект «Теплица». Эта неделя не репрезентативна, работал мало, обустраивал дом в деревне, сорвал спину. Если хотим добавить к этому редакторскую работу, добавляем проект. Можно выбрать все или не один. Кстати, не один тоже покажет все, ну то есть он как бы отменяет этот фильтр в принципе. Вот сколько я работал над проектом общее. Из этого над работой, отмеченной тегом личное. А тегом короткие, а вот столько работал, 0. А во всех проектах тоже 0. А. Потому что тег короткий, а работ с таким тегом не было. Да, и из всех проектов работ с тегом личное было вот столько. Ну, в общем, понятно, да, зачем это все. Ну и также, если у вас есть команды, клиенты, можно фильтровать по ним. Проекты, над которыми вы не планируете работать в дальнейшем, можно отправлять в архив. Здесь можно открыть архивные проекты, а также в reports можно выбирать как активные, так и архивные проекты. Теперь главная проблема, с которой я не нашел прямого способа борьбы и пользуюсь кривым. Возможно, прямым образом эта проблема решается на платном тарифе. Платный тариф не пробовал. Проблема заключается в отсутствии поиска. Если вы начинаете вбивать работу, которую делали недавно, он ее предложит в автоподставке. Но если вы давно запускали такой трек, в автоподставке его не будет. Проблема в принципе несерьезная, но зачем плодить сущности? Отчеты будут кривые, разные треки под одну работу. Точно помню, что делал Мастодон, но как он назывался, где его искать?
Я нашел такой способ. Скажем, выбираем текущий год. Вот все работы в теплице, благо по алфавиту их немного. Вот Mastodon 3. Открываем. Берем любой трек и в настройках делаем дубликейт. Вот у нас два одинаковых трека за одно число. Меняем у одного из них дату на сегодняшнюю. И все. В таймере появился Mastodon. Можно подредактировать время и теперь запускать, останавливать, в том числе в автоподставке. Он теперь также будет появляться какое-то время. Вообще удивительная штука. Я анархист и всю жизнь проповедовал свободу от любых рамок. Не признавал часов, ориентировался по солнцу. Но конкретно по работе, особенно на удаленке, без тогла как без рук. Все любите друг друга? Не знаю. Анархия, конечно, тоже хорошо. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.